Господин наставник. Мы готовы. Молодой и дерзкий. Больше уже просто дерзкий. Поехали. Фонтина Гульшан. Сергей Владимирович, по-моему, нравилось. Мы видели, а? Не совсем так. Определенная часть. Я говорю? Да, будьте любезны. Ура. Номер классный. Мне искренне понравилось. И я наконец-то узнал Василия. Наконец-то узнал этого Басту. Он взял иностранную мелодию, иностранный луп, иностранную гармонию и положил свой текст. Согласен, классический Баста. Согласен. Классический Баста. Спасибо большое. То есть, стоп. Вообще прекрасно. Вы хотите сказать, что это классический Баст? То есть Баста берет западные мелодии и кладет тупо свой текст, да? Фу! Вся рок-культура так построена, извините. Не говорите о рок-культуре, ёлка. Там-то, слава богу, что рок-культура, и особенно ее питерские представители славятся. Шевчука, конечно, не трогай! Святого не трогай! Спасибо большое, вы сыграли классно, было здорово, вы подарили этот номер. Я его даже переслушаю, честно, обещаю. Обалдеть. Круто было. Спасибо большое, Сергей. Сколько открывается, парни, вы воруете чужие мелодии. Да, надо Полина Сергеевна. Как-то. Приходится крутиться как-то. Да, Полина Сергеевна, может быть, и вы тоже подтыриваете, а? Что-то там? Нет. Доброе утро! Ну, конечно, нет. Прошу. Блестяще.
На самом деле достаточно, да, это хорошая оценка. Что-то ты еще скажешь, да. Блестяще. Да, это хорошо. Потрясающе. Прошу, Валерий. Мне очень понравился номер. Я считаю, что даже если бы Риана с Брайаном Адамсом бы спели, я порадовался не сильнее. То есть все настолько органично. Василий, ну вы вплели, конечно, вашу мастерский. Ваш жанр прозвучал. Вашу, ну договаривайте, сказали. Василий, вы вплели вашу... Ну, вечер с Сергеем Шнуровым. Кашу. Вечер с Сергеем Шнуровым будет позже. Политическое обозрение. А пока я выражаю свой восторг и говорю, что будет непросто вам, Василий. Непросто. Согласен. Равно. Давайте не будем решать за Василия. Может быть, как раз просто. Слово наставнику команды. Баста. Я хочу вас поблагодарить и сказать, что на самом деле я вот сейчас послушал, и честно могу сказать, что часть с моим текстом была слабенькая здесь, на самом деле. Правда, Василий. Нет, я честно могу сказать, то, как вы спели, это блестящий номер, просто гениальный образ хулигана и красавицы. Какая-то внутренняя история, все получилось. Мне нужно, наверное, сделать выбор. Сейчас наставник команды этот выбор сделает. Я не знаю, с легким сомнением, но все-таки... С позиции того, что мне необходимо будет двигаться дальше и не до конца показан потенциал девушки, я ставлю Фонтине, с ней продолжу движение. Фонтина Бритула остается в суперпроекте «Голос». Не последние слова. И я думаю, что мы продолжим сотрудничать. По-другому у нас нет варианта просто, дорогой мой. Он не верит, что ты про него. Прикинь, он, какие он слова. Он у нас тебе. Такой просто. Ты еще плакать начни сейчас. Так, я тебя умоляю, только, это, только без этого. Владимир, а хотя не было бы неплохо. А было бы неплохо, если бы он заплакал. Хотелось бы, мужчины не плачут, ребята. Да плачут. Плачут. Ну, пока никто не видит. Да. Не знаю, я и в толпе бывает взрыдну. Бывает, да, все-таки? Конечно. Нервный срыв какой-то. Ну, так, по-мужски нормально, на коленках стоя, да. Прошу. Думал, переживать буду меньше, но переживаю еще сильнее, чем в предыдущий раз. Ребята, большое спасибо вам за поддержку. Вы очень крутая публика, правда. Дмитрий Владимирович, вам отдельное спасибо за сотрудничество. Спасибо. Полина Сергеевна, Сергей Владимирович, Валерий Миладович, Василий Михайлович, к вам потом отдельненько. Это меня пугает уже. Это уже как выход один на один звучит. Просто. Для меня просто огромная честь выступать на этой сцене. Спасибо за шанс, Василий Михайлович, вам за опыт, за все. Спасибо, Гульшан, большое. Счастливо. Thank you.